7 сентября в Москве состоялась конференция «Бизнес-успех. Уроки пандемии», на которой участники обсудили проблемы адаптации малого бизнеса к ограничениям из-за коронавируса на примере Ямало-Ненецкого автономного округа и объявили о новом формате региональных этапов национальной премии «Бизнес-успех». Участники говорят, организовать свой бизнес в районе Крайнего Севера изначально непростая задача, а в пандемию особенно. Большим подспорьем служат реализуемые в округе программы поддержки бизнеса. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в пятерку самых активных регионов в части господдержки. Выплачивали адресные деньги разным категориям предпринимателей. Мы запустили интересную обучающую программу. Она так и называлась «Трансформация бизнеса из офлайна в онлайн». В прошлом году на Ямале впервые прошел региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех». В этом году участников ждет многоэтапный конкурс и специальный приз для победителей. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа приняло решение, что уже на региональном уровне 8 победителей регионального этапа премии проведут международные стажировки. Это насыщенная недельная программа обучения, именно практикоориентированная. Принять участие в региональном этапе премии «Бизнес-успех» может любой предприниматель. Прием заявок открыт до 30 сентября.